настоящий момент в микрорайоне Сходни идет строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену. До конца года поликлиника будет достроена. Все узкие специалисты будут вести прием населения. Также в детском помещении будет работать дневной стационар. Также в микрорайоне Сходня в горбольнице дополнительно приняты на работу 2 педиатра, 2 терапевта и 6 медицинских сестер. В течение этого месяца будут приняты еще 6 медицинских сотрудников. До конца года в больнице появится новый рентген-кабинет с рентген-аппаратом и маммограф. Также в Сходнинской поликлинике работают дополнительно 2 фельдшера неотложной медицинской помощи.